Свердловск. Стартуют экипажи, участники чемпионата РСФСР по автомобильному спорту и традиционного ралли «Урал-78». Каждым годом автоспорт становится все популярнее. Если в первых чемпионатах России выступали всего 2-3 десятка экипажей, то на этот раз более 100 экипажей вышло на трассу. В ряды раллистов встали даже автолюбители. Сутки шли автогонщики по уральским дорогам. Это почти 800 километров пути. Желанную паузу многим не до сна. Надо залечить раны, ведь машина до конца гонок должна быть полностью исправной, иначе штрафные очки. До финиша дошли 98 экипажей из 125. Победителями чемпионата России стали сборные команды Удмуртии, Челябинской и Куйбышевской областей.